И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Нутрозы, мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Case Animatronics. Мы продолжаем выживать в офисе, остерегаясь этих непонятных аниматроников. Давайте же будем начинать. Вы можете тем временем подписаться на канал, поставить лайкусик и написать комментарий. Что же? Значит, мы остановились на моменте, где ответ телефон, там меня потом поймали. Это все, конечно, все очень интересно. Где-то у нас был телефончик. Телефончик. Пошлите-ка к нему, да? Не знаю, сработает ли у нас это все. А где здесь была, соответственно... А вот же, смотри. Дверь кодовая, вот она. Блин, а я ее пропустил в прошлой серии. Давайте послушаем. Вспомнил что-нибудь? Так. Как тебе мой подарок? Нравится? Нравится, да? Нравится. Обожает. Просто обожает. Чудесно. Так, он тем временем побежал. У нас открылась дверь. Мы дверь эту закрываем и прячемся вот в этот вот шкаф. Ведь у нас прямо перед ним появится эта карточка, по-моему, или где-то в другом месте. Я уже, честно говоря, не помню. Так, лады, мы прячемся пока что. Фух. Надеюсь, у нас все сегодня получится. Эти, значит, записочки я не буду открывать дурацкие. Они только мешают нам. Как я понял. Так. Ключ, карту в раздевалке. Можно, в принципе, сейчас выйти, я думаю. Где она? Вот. Похоже, это ключ карты. Так. Пока что я закроюсь, и мы открываем эту дверь наконец-таки. Ура! Пам-пам, закрываюсь. Потом чё? Потом где-то здесь нужно активировать наверняка. Вот, да. Отлично. Опа! И новый аниматроник у нас появился в игре. Офигеть, конечно. Больной ублюдок. Гигантская кошка. Что еще придумаешь? Угу. Надо держаться подальше от вентиляции. От вентиляции подальше, видишь? Садиться. У Бена в кабинете была зарядка. Так, в кабинете. Здесь закрыто, блин, я уже боюсь этих вентиляций дурацких. Ага. Понял. Принял. Давайте мы посмотрим пока что на камерах. Где я могу заныкаться? Где-то я могу заныкаться наверняка. Так. Чикс. Давайте на камерах мы сейчас посмотрим. Хочу я посмотреть, куда нам нужно. А вы? А нам сейчас нужно куда? Где вообще этот аниматроник? Так. Где-то в кабинете. Ой-ой-ой, у нас заканчивается заряд на планшете. Давайте мы его пока что выключим. Тихо. Так, окей. Вылезем. Я не знаю, куда нам нужно идти. Ой, боюсь этого кота. Дурацкого. Ладно, выходим, да? Пробуем выйти. Так. Тихонько. Я никого не трогаю. Закрыто. Здесь. Но здесь же тоже. Это не то место, которое нам нужно. Кабинет Бена. Где наш кабинет Бена? Это я не помню. Это я не помню, честно говоря. Так. Ну окей. Опа, бежим. Не знаю, кто где. Дверь закрыта. Блин, поймал меня. Так, контрольная точка. Где у нас была? Планшет садится. Так. У Бена в кабинете была зарядка. Где же этот кабинет Бена? Блин. Сейчас я залезу куда-то под стол. И мне нужно посмотреть, где находится кабинет Бена. Так. Кабинет Бена. Так, это мы. Кабинет нам нужен. Кабинет.
Да вот здесь, аж ничего себе. Это значит, мы здесь, мы должны выйти. Ого, это, конечно, много. Там мы много проделаем пути. Ну, попробуем, ребят, хотя бы попробуем. Я не знаю, как это все будет. Ай-яй-яй. Так, это что такое? Это можно прочитать. Это я читать не буду. Не хочу тратить свое драгоценное время. Хочу закрыться. Так. Это может быть здесь. Это не мой. Опа! Тихо-тихо-тихо-тихо. Нет-нет-нет-нет-нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я как-нибудь заныкался. Я надеюсь, он же меня не видел. Не видел. Не видел он меня. Не видел. Где этот кабинет Бена? Я не знаю. Это кто? Это медведь или кто это? Смотри, как будто за компьютером сидит. Всем привет, я медведь. Я аниматроник. Капец. Капец полнейший. Куда он ушел? Закрою дверь. Ай-яй. Тихо. Тихо. Слышу его шаги, гадкие. Беги, беги, беги. Прячься, 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 срочно. Опять поймал меня. Да что ж такое, последняя попытка. Контрольная точка. Блин. Ай-яй-яй, я не знаю, как здесь выживать. У Бена в кабинете. Давайте же мы сейчас попробуем посмотреть, где этот кабинет Бена. Мы сейчас находимся, значит, здесь. Да? Это у нас B2. Это мы. Нам нужно сейчас выйти вот в эту вот коридор. Потом пройти сюда вниз. В A1. В B2. Выйти, пройти по коридору. В A1, в B2. Я вас понял. Вроде как, более-менее. Попробуем, давайте. Значит, здесь закрыто. Нам нужно пройти в А1. А1, ну давай попробуем. Наверное, сейчас меня поймает, ребят. Наверняка меня сейчас поймают. Я, конечно, этого очень не хочу. Наверняка так оно и будет. Давайте посидим, что ли, подождем. Посидим, подождем пока что. Посмотрю еще я на планшете, очень мне хочется. А, это я. С2, это вот... Опа! Здесь он. Потом С1 нам нужен. И А1, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ладно, попробуем. Не знаю, где он. Сел планшет у меня. Так. Так. Затем мне нужно сюда. Вот здесь закрыто. Куда же мне нужно идти? Закрыто. Ага, вот. Куда дальше? Сюда, что ли? Я не помню. Давайте сюда пока что. Так. И где-то здесь должна была быть подзарядка, либо же нет. Здесь, кстати, вентиляция. Как ни странно, да? Может, мне вообще сюда нужно? Вот тут же кабинеты. Замок сломан. Отмычка. Найдите отмычку на складе. Отмычка из Прикиньте. Ай, доказательств. А где эта отмычка на складе вещдока? Если они были вещественными доказательствами по одному из дел, это многое объясняет. Так.
Понятно. Или непонятно. Где-то вещдок. Но он сел у меня планшет. Так. Я здесь вообще не разбираюсь в этих ходах. Поэтому сори. Значит, нам нужно найти отмычку на складе вещдогов. Вещдоков. Это что ли там, где мы включали электричество или нет? Я не знаю. Где он? Быстро, сюда. Так. Тихо. Он здесь где-то прям. Угу. Это я понял. Прямо здесь. Стоит, видите, рука. Рука внизу. Или нога, что это? А это еще кто-то другой здесь. Смотри, их два. Это кот, это кот. Офигеть, они вдвоем уже бегают. Я в шоке. Не слышу. Теперь слышу. Так, я сижу. Он ушел или нет? Я вот не знаю. Да они тут вдвоем, офигеть. Вышел. Так. Хорошо. Так. Вроде как ушел, не знаю. Я рискну. Зайду сюда. Это не отмычки. Где-то кто-то здесь. Я могу под стол. Давайте под стол пока что, да? Попробуем. Офигеть, конечно. Я еще плюс не знаю, где эти вещества доказательств, да? Это на складе. Не знаю, где этот склад вообще есть. Так, кто-то ходит поблизости. Так. Ждем-с пока что. И давайте выйдем, я пока что рискну. Я хочу сюда пойти. Закрыто. Ну, ребят, что уже будет, то будет. Я за себя не ручаюсь. Так. Закрыто. Склад доказательств это где-то здесь, по-моему. Вот оно, нет? Я не знаю. Вот, наверное, это оно. Давайте мы зайдемте сюда. Закрываемся. И что-то здесь сияло, нет? Отмычка, нет. Я дверь не закрыл еще плюс за собой. Нет, это просто какой-то кабинет.